Знаете, почему вас остановили? Да, видео появилось в какой-то соцсети, выехал на встречное движение. Это вы были? Ну, похоже, да, я. Да там знак 40, там лобовой, там машины медленно ехали, я просто объезжал. Ну. Вы понимаете, что рискуете жизнями и здоровьем тех, кого вы везете, а также те, которые двигаются во встречном направлении? Понимаю. Виноват. В ходе мониторинга социальных сетей личность нарушителя была установлена. На данного водителя составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, наказание по которой предусматривает лишение права управления до полугода.